Новый Орлеан. Набережная реки Миссисипи. Сюда много лет назад еще высадились испанцы, французы, пираты всякие разные. И построили город, который долгое время переходил из рук в руки. То испанский, то французский. После покупки Луизианы в 1803 году у Наполеона город стал американским. И теперь уже навсегда. Нам предстоит взять бот-тур, или, иначе говоря, путешествие вот на этом вот симпатичном колесном кораблике, который уже нас тут достает этой музыкой. А потом пойдем во французский квартал. Место, главное место главного разврата Соединенных Штатов Америки. Отчаливаем. И заработало хорошо. We're officially underway. Just to our left, you'll see beautiful St. Louis Cathedral. Oldest active cathedral built in the United States. Built in 1794. In front of the cathedral, you can see the statue of General Andrew Jackson, 7th President of the United States. It is called Jackson Square. The red brick building on either side of the square are the Fontalva buildings, erected in 1851. We're now looking at 12 blocks of the French Quarter here to our left.
We're taking you through to Port of Guam, part of the Port of South Louisiana. Port of South Louisiana is considered the largest port in the world. Вот здесь показаны машины, которые крутят заднее колесо. Сейчас мы пройдемся к колесу, которое придает ход всему кораблю. Вот, с другой стороны. Это, наверное, steam, да? Да, вот здесь как раз нагревается вода. Я на уклоне. Да. Главного механика. А вот маховик. Здесь движется маховик и приводит в движение колесо. Колесо вот здесь. Дальше нас не пускают. Этот пароход относительно новый, ему лет 30 или 40, но сделан по чертежам такие, как были приняты раньше. Закат. Позади остался Новый Орлеан. Нет, это не Ришелье. Я понимаю, что это разобранная бабушка, я не хочу тихонечко сказать. Ты повторил без зубы, я без зубы. Ну вот, наше путешествие на корабле, точнее на пароходике, заканчивается. Попробуем проехать через французский квартал. Это мы уже на ночных улицах Нового Орлеана. Бурбон-стрит. А сейчас мы находимся на улице Бурбона. Здесь главное гуляние в Новом Орлеане. Самая такая мощная, самая разгульная, самая развратная улица в Америке. Здесь на
народ гуляет непрерывно и радуется жизни.